Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Каким-то чудом у меня получилось зайти в нее. Так, забираем свои награды. И сейчас я даже боюсь, ребят, смотреть, где я нахожусь. Просто страшно смотреть. Лига Сёгунов, одна звезда. Это воскресенье, ребята. Это воскресенье, я в Лиге Сёгунов, одна звезда. Ну, ты понимаешь, что я уже не смогу подняться здесь в топ. Лига Сёгунов. Это даже не Лига Мастеров, ты понимаешь? Это не Лига Мастеров, это Лига Сёгунов. И чтобы пробиться в топ, что надо сделать? Я без понятия, ребят, что тут надо сделать. Как тут нужно умудриться, чтобы... Да нет, это нереально. Это столько времени потеряно. Тем более, Лига Сёгунов почти что в самураях, ребят, я был. Обалдеть. Ну, меня больше, ребят, не это беспокоит, а то, что хоть, слава богу, я зашел. Я не знаю, будет ли в следующий раз получится ли зайти. Потому что тут почему-то он не запросил вход через Facebook. Он меня сразу в игру закинул. А вчера я пытался, у меня ничего не получилось. Вот я тебе про Facebook говорил, что типа подтвердите, там, то-се, пятое-десятое. И ничего не срабатывало. А сегодня вот сработало каким-то чудом. Так, ну что, давай возьмем это, возьмем Донни. Тут надо просто... Просто хотя бы, чем выше мы поднимемся, ребят, тем все равно осколков получим побольше. Тут же все это дело упирается в осколки, ребят. Опа. Опа, кабанчик. Ты как это... Припухший, а? Ты посмотри на него. Еще что-то сопротивляется, выпендривается там, скажем так. Сёгун. Одна звезда. И ты посмотри, как мы медленно с тобой продвигаемся. 15-20, спасибо. Очень медленно идет продвижение. Раз, два, три, четыре. И мне кажется, я зря беру сотых. Там же можно было бы, в принципе, отыграть 70-х даже, да? 70-х, 80-х. Зачем мы сразу берем сотых? Давай-ка мы сейчас попроще сделаем. Возьмем там Зека. У нас там еще есть некоторые персонажи. Отыгрывать будем их. 40-я позиция. Так, идем в бой. 15-20. Ну вот, например, так, так, так. Нормально, и двух вот таких вот. Мы даже могли бы с собой слабачками сыграть, они по уровню как раз как наш противник. Но все равно мы получили бы звездюлей. Ну, допустим, Майки давай. Змейковьюн. И добиваем. Топ. Блин, я Рокула не увидел. Я его, ребят, не заметил, что он там стоял. Он стоял там в сторонке. Так, и у нас 23-я позиция. 23-я позиция. Здесь можно взять Джастина Железноголового. Раз, два, три. Слушай, а Джастин и Железноголовый, они точно здесь справятся? Джастин-то я знаю, ребят, что, как обычно, простофили еще тот. Железноголовый, если только возьмет... Ауч. Ну, хоть спасибо на этом тебе. Что ты еще и броню им понизил. Это дал шанс Железноголовому их сразу подбить. А то начали там уже нас раскромсовывать просто-напросто. 17-я позиция. Что-то как-то вообще еле двигаемся. Раз, два, три. Раз, два, три. И 4, 5. Ну, уже у противников 55-56 уровень. У меня такой же, в принципе. Вот на этих, на Роквеле, да. И на... И на ком там еще? И на Рокстеди. То есть, как бы они в зоне риска у нас получается. Ну, куда ты, Майки, лезешь? Давай бомбить. Эх,
нейтрализатор хорош, хорош с своим этим. Он мне напоминает чем-то Ваньку Стиранко, тоже такой же, достает свою базуку и начинает бомбашить. Не перешли еще, прикинь. Мы еще никак не можем отсюда выбраться. Так, возьму Рафаэля, возьму Майки, возьму Макмана. Раз, два, три. А у нас же там еще и события же. Ай, ну понятно, что неделя это, ребята, не повезло. Сделаем крученый, копченый. Теперь ураган. Он стоит такой деловой, этот Рокстеди, и думает, что ему ничего не будет. Что типа я его помилую. Ну что, переходим, наконец-то, ребята. Лига Сёгунов, две звезды добрались. С горем пополам. С горем пополам добрались мы до Лиги Сёгунов. Так, ну что, я надеюсь, что Саги все-таки, ребята, нас не подведет. Что он сможет их завалить с одной плюхи. Ему, в принципе, это дано сделать. Это реально ему даже. О чем я тебе и говорил. Это идеальная победа. Так, двигаемся дальше. Дай-ка я окно открою, тут что-то душно как-то. Так, в бой. Ну, давай возьмем вот этих вот. Я возьму Леву здесь. Раз, два, три, четыре. Они 57-х, 60 уровней. А у нас еще до сих пор, ребята, дофигища полтинников. Понимаешь? Очень много. Их нужно как-то отыграть. Упс. Два Кирби. Молодец. Кирби. Ужасный папа Эйприл. Да, он упал в мутаген. Таким стал. Так, о, 16-21 уже дают. Кренга я пока трогать не буду. Я, наверное, вот так, так и вот так. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три. Так, ну что, Зак, естественно, ходит первый. Он бросает бомбочку под ноги. Дальше накрываем. Нет. Нет, накрываем все-таки морозилку. Проникающим уничтожаем слэша. Так, это делает иммунитет. Майки, успокойся, а. Давай дрон. Вырубаем Донателло. Так, дальше когтями. Тюф, блин, постепенно. А, ну правильно, постепенку не повесишь, потому что у него иммунитет стоит. Круто. Все-таки, ребят, пробили. Все-таки мы как-то чудно пробомбашили. Ой, какое, ребята, долгое-долгое-долгое продвижение идет у нас. 16-21. Так, сплинтер. Так, так, так. И вот так. Потом уже просто, ребята, я, наверное, буду через супершредера отыгрывать остальных наших слабых бойцов. Я вот о чем. Здесь, соответственно, массовая пойдет. Паутинка от паукуса. А после, ну давай, наверное, сделаем так. Отлично. Просто отлично. Давай 50-ю позицию. 49-ю. Замечательно. 16. Блин, наверное, лучше не дергаться, оставить 16-21, потому что только хуже себе сделаем. Ну что, Супер Шреддер. Не, давай Крэнга возьмем. Вначале Крэнг отыграет, потом Супер Шреддер. Давай, бомби своим лучом козырным. У тебя должно все получиться, я знаю, я верю в тебя. Тут просто без компромиссов. Тьф, один лучший. 5 трупачков. Так, 39-я, да? 38-я. Нет, вы дайте мне 15-21, ведь было же, что вы. Вот, 16-21. Слушай, я думаю, что у Ваньки, наверное, здесь одного будет достаточно.
А если не будет, блин? Хотя будет тут хан своей инициативой. Рискну. Слушай, Ванька не подвел. Просто один удар с его базуки и все, ребят. Быстрый чемп, да? Быстрый чемпионат. Ну вот мы добрались до Шредера. Кстати, у нас бойцов уже практически не осталось. То есть 2-3 поединка еще и все, ребят. Потом идти на фарм жетонов или что или там. Но там события, которые у нас пройдены. Поэтому как бы я думаю, что нет. Чего? Супер Шредер не смог добить всех? Странно. Очень странно. Это мы что, только до Лиги Сёгунов 3 звезды сможем подняться максимально? Серьезно? Раз, два, три, четыре. Дай-ка я возьму, наверное, Кренга. Хочу проверить, Кренг сразу ушатает их. Давай, смотрим. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, понажимал там. Блин, ну он красавчик, ребят. Даже Шредер не смог бомбануть их всех. А Кренг смог. Так, на один ступенек мы всего лишь поднялись. А если Армагон? Ну, Армагон, ребята. Ауч. Да тут любого. Тут уже любого. Это последние, ребята, бойцы, которых мы отыгрываем. Как же неделя-то все-таки, ребята, а? Получилось неудачно у нас. С этим Виндомсом. А знаешь, почему Виндомс, ребят, слетел? Потому что жесткий диск сгорел. Я его потом пробовал подключить. Вообще его не слышит. Он крутит его, этот, но он ничего не видит. Никакой информации на нем не видит. Так, ну что, давай открывать колоду. Ничего нам здесь не выпадает, да и фиг с ним. Задание. Так, пойдем пробежимся по серии испытаний. Так, Рафаэль мне здесь не нужен. Так, так и вот так. Зэк, Влад. Да иди ты, еще и первым ходит, а? Добивай его. Тут бы команду хинуть, на самом деле. Тыч, пробивной такой, да? Вдыхалку. Кибер такой, клешней. А ну-ка, угощайтесь. Кренг, вжаривай. Вжаривай, как ты это можешь делать. Мозг с зубами. По красоте. Все получилось. Такс. Ну что, забираем награду и идем с тобой на поединки. Так, потом. Так, идем на поединки. И как, кого мы там прокачивали? Карайку, верно? По скиллам, соответственно, мы ее прокачиваем. Поэтому очки вот эти надо нам найти. Опа. Очки найдены. Так, теперь силовые ячейки Кренгов. 14 штук, что ли, их там надо? Так, мы нашли только 2. 3. 4. 5. 6. Так, 6 есть. Ну, микроскопы зачем мне? Ай-яй-яй, как плохо, ребята. Одни микроскопы выпадают. Так, это 7, по-моему, да? 8. Да, 8. Мы уже просто задание сделали. И поднять уровень персонажа. Сколько мутагена у меня? 27 тысяч. А мы кого по уровню качаем? Блин, я забыл, ребят, кого мы качаем по уровню. А, Зека.
85 уровень. Замечательно. Так, забрали здесь награды и смотрим, что у нас в боях. Так, в испытаниях. Негодники. Ну-ка, давай глянем, что тут за негодники. Ой-ой-ой-ой, как... Как тут, ребята, сейчас будет люто-то, а? Три волны. Поехали. Так, уже головы бомбани. Опа, не смог он пропечатать. Уничтожишь ты, Макман? Красавчик. Сплинтер, бафни. От души, блин, хилов нету у нас здесь, нету. Блин, железная голова бьет, как детский сад какой-то прям. Ух, сейчас у этого инициатива, да? А если сбить? А если так? А если еще вот так? Шикарно. Последняя, ребята, волна. Бомбим. Бомбим. Кожеголовый берет на себя провокацию. Кто тут самый противный? Я не знаю, наверное. Так, Алапекс. Крип, может быть. Ну что же это? О, вот это вот надо было. Вот это вот надо было. Чух. Все. Кувыркнулись кверху носом. И у нас получилось пройти здесь. Снаряжение негодники. Так, следующее, что у нас тут? Восьмидесятники, причем все. Сплинтера, наверное, уберем и попробуем, ребята, без сплинтера. Железноголовый тоже, конечно, тин-тин-тин, такой мелкий, тин-тин-тин-тин, бежит. Фух. Давай бафнемся хорошечно. Защита, да, все как полагается. Кого будет бомбить? Конечно же, мелкого моего железноголового. Сможешь пробить? А если... Так. Подожги его. Эх ты. Железноголовый, не получилось у тебя поджарить этого до хрустящей корочки. Уложим, интересно, или нет? Саги. Да нет, вряд ли, там у них очень много здоровья. Но зато постепенно на всех упало. Давай этого попробуем порвать. На, роботом по башке. Так, ну он не жилец уже, это понятное дело. Здесь попробуем топотуна. Есть. Вообще ништяк, ребят, получилось. И последний он. Ой-ой-ой, тут Армагон. Ух. Блин, Армагон-то плохо. Давай торнадо мусорное. Давай так рубанем. Джастин в минус. Фух, и здесь получилось. Так, ребят, ну что, остается последнее событие. Ну там, по-моему, там сейчас, по-моему, будут 90 уровня. 90, все 90 уровня. Как ты думаешь, тут есть шанс, ребят, выиграть, а? Почему-то мне кажется, что нету. Да, еще и дебаф. Опупеть. Давай-ка попробуем сделать в нашу сторону. Сделали, да не все, если честно. Давай, кувыркайся. Ну как он еще выжить-то смог? Пумс.
Так, ну здесь противник не особо силен. Но сделать все равно надо массовую атаку. Так, я торнадо потратил, да, у Макмана? Потратил. Живучий, а? Так, смотри. Ладно, давай, кожеголовый, на тебя провокацию будем брать. А у него, кстати, еще и броня была. Попробуй крипа убрать. Красавчик, я его уважаю, ребята, Макмана, когда он так делает. Что, он мне меткость понизил, да? Блин, бедный кожеголовый, но он выдержал, ребята, все нападки противников. Вот Армагона надо. Плевок. Мимо! А, меткость. У нас меткость понижена, ребята. Фу-дих. Надо Армагона, ребята. Да ж ты нифига, блин. Тройной укус, тройной укус, ребята. Ёк-макарёк, вот это да. Этого застанили. Пипец. Ну понятно, ребята, в меньшинстве, блин. Плюс еще не забывай 5 волн. Это вот так вот слепота действует, ты прикинь. А слепота это действует от кого? Это, по-моему, пиццелицу, если я не ошибаюсь, ребят. Не удалось у меня, к сожалению. О-о-о, вообще. Не-не. Тут такой разлет, да? Мне аж бедному Усаги жалко стало, ребят. Сколько он вытерпел, а? Поражение. Он до последнего, ребят, сражался. Тут ты ничего не скажешь. Так, ну что, попробуем пофармить. Есть, эксперт снаряжение сразу получил. Так, доллары. Это жетоны. Опять жетоны. Так, снаряжение гонники. И последняя попытка. 30 долларов. Ну что, ребятушки, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.